Всем привет! Мы находимся на пресс-дне перед плей-офф стадии TI8. Рядом со мной Паша из команды Virtus.pro, хорошо знакомый вам человек. Как дела? Пока замечательно. Пока плей-офф не начался, все замечательно. Что такое настрой? Да нет, просто верхняя сетка обещает быть тяжелой, поэтому пока что плей-офф не начался. Можно чуть-чуть порадоваться жизни, потом, потому что потом начнется полное мясо. Ну давай поговорим о мясе, которое уже прошло. Это групповая стадия, которая тоже была нелегкой и тернистой моментами для вас. Какие вообще впечатления после нее? Ну, она была действительно не самая простая, потому что, опять же, это интернешнл, как я уже говорил где-то. Здесь все почему-то начинают играть хорошо, а если даже не очень хорошо, то близко к этому. Вот, и создаются проблемы. Проблемы против каждой команды практически, которые нужно по ходу игры уже где-то там решать, там что-то придумывать. В общем, в любом случае тяжело, интернешнл. Но мы вроде кое-как отстрелялись так, чтобы не все показать, там что-то оставить на плей-офф. Вроде бы у нас это получилось. А кого бы ты мог выделить, кто неплохо играл, кто вам запомнился больше всего? Мне понравились TNC. Они в какой-то степени, у них все такие стратегии, они все идут в одном направлении примерно. Но тем не менее, они у них довольно-таки сильные. TNC мне понравились. А так, все остальные просто играли, ну, примерно там на одном просто хорошем уровне. Так просто чуть-чуть TNC запомнил. Смотрели ли какие-то матчи? Или вот вы бы сосредоточены только на своей игре и во время групповой Нет, стадии? Нет, конечно, мы смотрели все матчи, которые могли. Ну, понятное дело, каждый там по-своему, кто мог, хочет, смотрит, кто не смотрит, никто никого не заставляет. Но старались смотреть на противоположную группу, потому что, понятное дело, там команды интересные такие играли довольно-таки. Интересно, с чем играют, потому что в основном все команды, которые приезжают на International, они подготавливаются и уже по ходу турнира они смотрят на подготовку других команд и делают там для себя что-то, там что-то подчеркивают. Да, да, да. То есть, ага, они тоже вот это делают. Так, значит, это хорошо. Так, они вот это не делают, делают вот это. Надо запомнить. Ну и так далее и тому подобное. То есть, ну, соответственно, почему бы не посмотреть? Ну и то есть, есть смысл не все показывать на групповой стадии. Конечно. Есть у вас еще на плей-офф много всего, что может нас удивить. Конечно, да. Все есть, все замечательно пока что. Пока что все под контролем. Расскажи об атмосфере в команде. Такой достаточно типичный вопрос, но который, ну, о многом может сказать. Не было ли каких-то конфликтов, недопониманий? У вас такая же фрит обстановка, как и раньше? Или TI — это все-таки давление в любом случае всегда? Не сказал бы, что на каком-то сказывается давление какое-то вообще в нашей команде. Мне кажется, в нашей команде с этим все хорошо. У нас всегда был дружный коллектив. Если даже есть какие-то крики, ссоры, то это строго по игре как бы. И цель не заставить кого-то обидеться или как-то его принизить, а цель только, ну, она заключается в том, чтобы донести какую-то мысль, какую-то идею, которую, по мнению человека, другой человек не понимает. То есть, как бы все это делается во благо, даже если мы где-то и ругаемся, то мы быстро об этом забываем. И главное, чтобы все поняли, зачем все это происходит. Вы очевидные фавориты The International, были и до начала игр, и, в принципе, во время групповой стадии никто не отказывался от этого мнения. Как ты думаешь, кто ваш, ну, если не главный конкурент, то вот равный? Равный конкурент? Ну, по-моему, очевидно все. Это и Liquid, и GLGD сейчас очень хорошо выглядят, это понятное дело. Да и вообще, на самом деле, ну, опять же, повторюсь, это International. Тут любая команда может сыграть против любой и выиграть, потому что люди играют за не за деньги, не за что-то. Люди играют в основном за идею, за то, о чем они мечтают, то, чего они хотят. И это прибавляет лишнюю мотивацию, лишнюю уверенность. Многие команды, которые должны были играть, допустим, плохо, каким-то чудом играют хорошо и даже показывают хорошие результаты. Поэтому сложно сказать. Очевидно, я могу назвать фаворитов, как обычно, потому что у всех они на языке как бы уже на протяжении полугода. То есть принципиальных нет? Принципиальные? Ну, для меня принципиальные, я хочу выиграть LGD. Лично меня они задолбали уже, я хочу их выиграть, потому что это как-то мне не нравится. У тебя одного. Почему постоянно мы им проигрываем? Мне это надоело, я хочу просто выйти на сцену, да, и выяснить отношения с ними. Один на один на Роджерс-арене. Да. Кстати, как тебе TI в Ванкувере? Есть какие-то изменения по сравнению с прошлым годом? Или, в принципе, это не имеет значения, где играть? Ну, здесь довольно-таки плохие Midnight Snake, из того, что я понял. Не плохие? Не, плохие Midnight Snake. Плохие? Да, да, здесь плохие Midnight Snake. В прошлом году лучше были? По-моему, да. Ну, здесь просто ты приходишь, а там еды, ну, ее нету, обычно, грубо говоря. Или там что-то одно лежит, а обычно много. Ну, а так, все, что связано с Dota, все замечательно. Но Midnight Snake, да, я бы потянул как бы это все на более высокий уровень.
Ну вот. Да, я думаю, что всегда есть куда расти. Midnight Snack – это еще один пунктик нужно добавить организаторам. Спасибо тебе большое за интервью. Пару слов фанатам традиционно можешь прямо сейчас сказать. Ой, спасибо большое. Если за нас кто-то еще болеет после группового этапа, это очень приятно, если кто-то остался среди фанатов. Спасибо вам большое, ребят. Ждем плей-оффа. Будем надеяться на что-то хорошее, что-то светлое, потому что смотришь на сетку, и реально нужно надеяться на светлое. Вот, спасибо вам большое. Мы постараемся. Тебе спасибо за интервью, хорошего дня. И вам, ребят, спасибо за просмотр.